Икс, Лярва, 3-0. Чувак, наверное, это из откуда? Из порнофильмов, XXL и все остальное прочее. Какую-нибудь лярву взять, щучку, короче, какую-нибудь. Вот, и наказать, в общем. Всем привет, дорогие друзья! Рад видеть вас снова в своем видеоблоге. Как я и говорил уже в предыдущий раз, в своем предыдущем видео, я продолжаю осваивать тему спиннинга. Ну, пока идет этап подготовки, так сказать, закупки снастей и всего остального прочего. Фидерный сезон успешно закрыт, с шутками, прибаутками и все остальное прочее. Вот, и поэтому я уже купил себе универсальный спиннинг, как и все дилетанты, склонен к всему универсальному. Это универсальный спиннинг с тестом 5.25, универсальные приманки, универсальная прикормка, все универсальное. Ну, в принципе, может, оно и логично, потому что когда ты не чувствуешь спиннинг, не знаешь, что это такое, говорить о том, какой мне нужен спиннинг, пока очень-очень-очень рано. Поэтому первым делом, что я купил к своему универсальному спиннингу с универсальной катушкой, я купил универсальный набор приманок от Фанатика. И, собственно говоря, об этом сегодня хотел повести речь. Специально не распаковывал, надеюсь, сюда положили то, что нужно. Посылочка у меня уже лежит дома несколько дней. Это дело. Приступаем к нашей универсальной посылке приманок. Значит, это у нас универсальный набор на хищника. Все. Распаковываем универсальный набор на хищника. Смотрим, что туда положила компания Fanatic. В принципе, ничего нового я не скажу, наверное, из того, что есть у них на сайте. Вот, казалось бы, да, зададите вопрос. А в чем, собственно, смысл видео? Зачем делать, если есть описание на сайте, где все написано, что там лежит в этом универсальном наборе? Это, конечно, да, но, как говорил Голохвастов, нет. Итого. Так, универсальный набор у нас приехал. Больше тут ничего не вложено. Тут, я так понимаю, документация. Ладно, разорвем, посмотрим, вдруг там пачку крючков Фанатик положил. Нет, не положил ничего. Это просто для идентификации. У Карпочки надо учиться. Пора работать по штрих-кодам, ребята. Они никак смс-рассылки не наладят. Так, это расходная накладная. Набор Фанатик Универсал 3 написано. Почему 3, непонятно. Третий номер, наверное, какой-то. Так, ФИО, мое, отправитель. Короче, все понятно, ничего интересного. Поехали, сам набор. Итак, зачем этот обзор? Затем, чтобы посмотреть, выразить свое мнение и сделать обзор для тех, кто задумывается его купить. Я не буду пропагандировать его покупать, при этом каждый, посмотрев это видео, сможет принять для себя решение, нужен ли он, этот набор, конкретно вам. Итак, здесь вложено, первое, что я достал, это Лярва Люкс, 2,5 размер, 2,5 это в дюймах, Color 008, короче, фиолетовый с какими-то блесточками, как у девочек в школе было или в садике, такие блесточки. Вот такой вот набор, такие вот блесточки. Доставать не буду. Очень интересная приманка. Напоминает лично мне медведку с хвостом. Она же волчок. Ну, прикольно. Посмотрим, как оно будет работать. Это лярва. Название, конечно, Юрий умеет выбирать. Лярва, хитрый лещ. Или хитрый карась, что-то там такое. Или мудрый карась. Так, дальше. Вторая вещь. Это Viper, 2,9 размер, похожая вещь, без лапок, зеленого цвета, твистер, хвостик твистер, с таким закруглишком, кто не знает, твистер это вот так. Viper 2,9 размер, дюйма.
Есть. Юрий Петрович, не для пищи. Правильно, made in Ukraine. Окей, конечно, не для пищи. Ну, в принципе, правильно, детям, чтобы рыбаки знали, где, у кого маленькие дети. Дальше сюда входит X-лярва 3.0. Чувак, наверное, это из откуда? Из порнофильмов, XXL и все остальное прочее. X-лярва 3.0. 6 пак. А, 6 штук в пакете. Color 0.24. В общем, желтый с какими-то блесточками. Похожий на медведку с острым хвостом. Вот такая штука. Уже интересно. 3 приманки. 4 приманка. Ой, классная какая. Тоже, наверное, вайпер. Лярва 2.0. Это цвет машинное масло, кто знает. Короче, коричневый прозрачный с черными точечками. Медведка с острым хвостом. Размер 2.0. Думаю, на мелкого кокуня. Хотя, ой, извините, закрыл. На кокуня будет самое то. Небольшая приманочка такая. Ну вот, кто видит, тут у меня сколько там. Блин, о, вот так, да? Такое, почти, ну, с полпальца. Интересная приманочка. 4-я приманка. 5-я приманка. И заключительная. Не говорю, не люблю вот это, когда говорят крайняя. Блин, я не летчик, не шахтер. Причем тут крайняя? Ну, народ не любит говорить последняя. Что-то в этом, конечно, есть. Недавно я говорил слово последняя, пока живой. А, последняя рыбалка, я говорил на закрытии. Ничего. Так, хотя, кто его знает, я же еще не ходил. Итак, это у нас идет боксер 2.0. 10 штук в пачке. Значит, тут 10 штук в пачке, этих 8 штук в пачке, этих 6 штук в пачке, этих 8 штук в пачке и этих 7 штук в пачке. Интересно, счастливое число, наверное, ловиться хорошо будет. Этих 7 штук в пачке. Этих 10 мелких таким вот хвостиком, лопаточкой, да, боксер. Интересный цвет такой. Ну, посмотрим, на что будет ловиться. Есть. По приманкам все. То есть у нас половина 1, получается 2, 3, 4, 5. Крупная 3.0. Средняя 2.5. 2, ну, это, считай, крупная 2.9. И 2 мелких 2.0, 2.0. Вот таких. Да, действительно универсальный. Теперь грузики. Значит, пожалуйста, для особо одаренных, кто не понимает, прямо написано микроджиг набор окунь. Так, значит, набор окунь включает в себя чебурашки разного вида, крашеные, не крашеные, маленькие, побольше. Веса такие, значит, это F-фанатик типа. 7 грамм, там, короче, 9 грамм, сколько что-то эти мелкие, я не вижу, так, это так оно, ну, перевернись, ты хоть пёрдни, дорогая, чтоб мне дырочку найти, как говорил Юра Хой в секторе газа, закрашена краской, так залито, что не видно вес. То ли 6, то ли 9, а вот эти мелкие, 4 грамма. Вот, самые мелкие 4 грамма. На зеленое видно, на фиолетовое так залито, не разберешь. В общем, от 4 грамм приманки, грузики, чебурашки. А, вот троечка есть еще. Не покрашенная свинцовая, троечка. В общем, микроджиг окунь. Троечка, конечно, этим дубьем, моим спиннингом не пойдет. От 5 плюс приманка. Ну, я когда-нибудь куплю себе ультралайт или лайт спиннинг, да? Так, значит, набор окунь микроджиг, пожалуйста, есть такое дело, с приманочками используйте.
Дальше идет по грузкам. Набор граненый груз разборной свинец. Вот такой, 8 написано. Номер 8. Что означает номер? А, 8 грамм. Ну, тут подписано. Да, тут не подписано. Здесь подписано 8-граммовые головки. Крашеные и не крашеные. 3 цветные и 2 нецветных. Вот такие. И пошли крючки. Значит, крючок микроджиг. Крючок 0,8. Диаметр. Вот 5 штук их идет. Вот такие. Номер 2. Диаметр 0,8. Второй номер. Диаметр 0,8. Вот такие крючочки. Прямые, без загогулин, с петелькой обычные. Значит, два типа грузов, крючки. Что у нас тут? Еще крючки. Шестой номер, диаметр 0,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штучек. Вот. Здесь 5 штук, тут 6 штук. Микроджиг крючочек. Пока, наверное, им пользоваться не буду, потому что они не позволяют спиннинг. И офсетные крючки. 5 штук. Четвертый номер, диаметр 0,77. Вот такие еще крючки положили компания Fanatec сюда. Кулек Fanatec с наклейкой Fanatec. Надо будет отодрать, приклеить себе на этот самый. Блин, я его разрезал, а он, ха-ха, он зип. Ну ничего, в принципе, таких можно купить в этом самом магазине, продаются зип-кулечки. Короче, будете распаковывать набор от компании Fanatec, не режьте так, как я. Тут есть еще такой кулечек классный с зип-замком, который удобно использовать. Я его разорвал, так что без мата, не люблю, когда матерятся. Вот, на нем наклейка Fanatec. Посмотрим, получится ли ее перелепить себе на рыболовный ящик. Так, умерла как умерла. И поводочный материал. Поводок сталь, изготовлен из качественного поводкового материала 1х7, 7 нити нержавеющей стали с нейлоновым покрытием. 6 кг 25 сантиметров с американкой застежкой и вертлюжком. Вот такой поводок. Ну, это щука, понятное дело, да? Ну, может быть, сюда, не знаю. И тоже 6 кг, 2, да, ну, 2, они получаются одинаковые. 2 таких поводка. Готовых уже для использования. По щуке, пожалуйста. Ну что, в принципе, класс. По большому счету можно брать и идти сразу. Жалко кулек, честное слово. Вот, лапать, ну. Можно сразу брать и идти на рыбалку. Единственное, конечно, что я хочу отметить. Ну вот по чесноку все нравится. Единственное, чего не хватает. Блин, ну... Ну мы положили бы хотя бы метров, ну хотя бы 5, а лучше 10 метров флюорокарбона. Ну на поводки там, 0,4 какого-нибудь. Или 0,5. В Fanatec'е же есть флюорокарбон недорогой. Ну, блин, ну хотя бы 2-метровый кусок, я не знаю, флюора, чтобы можно было там связать, ну, вот на 10 поводков, там, 30-сантиметровых, там, 3 метра флюора положили бы, было бы вот так, за глаза. На 5 гривен или на 10, или на сколько там гривен было бы дороже, было бы не хуже, только лучше. Вот флюора реально не хватает. Поэтому, кто надумает покупать такой набор, сразу ищите флюр. У них на сайте есть флюр, что-то я не заказал. Надо было заказать еще катушечку флюра недорогого. Вот. А так, в принципе, все это дело мне очень даже нравится. Осталось только пойти и кого-нибудь за одно место, короче, забагрить чем-то вот таким вот. X-лярвой, какую-нибудь лярвую взять, щучку, короче, какую-нибудь, вот, и наказать, в общем, в
Вот. Наверное, все. На этом мы и закончим с вами наш обзор от компании Fanatec вот этого вот набора. Всем желаю успехов. Удачи на рыбалке желать не буду. Рад вас видеть. Рад всем, кто подписывается на канал. Обязательно сниму новые видео и покажу в следующий раз. До встречи. Пока.